Всем привет! Я приветствую вас на своем канале «Готовим с Аллой». У нас часто такое бывает, что мы не знаем, что мы хотим приготовить. Что-то хочется кушать, но не знаем, что. Но я сегодня знаю, что я буду готовить. Сегодня я буду мариновать мясо, как на шашлык, но жарить буду на гриле. Для этого нам нужна свинина. Буду резать такими красивыми кусочками. Нарезаем такие куски, неважно какие куски, главное, чтобы порезать, чтобы мариновалось хорошо. До вечера оно будет у меня мариноваться, потом будем жарить на гриле. Такой кусок большой мяса у нас, прям слишком большой. Получились у меня вот такие кусочки. Сейчас я буду мариновать. Вот местка. Кидаю сюда мясо. Дальше. Нарезаю две луковицы. Выдавливаем из лука сок, прям сжимаем все, чтобы сок вышел. Так. Дальше добавляем красный перец. У меня красный перец. Я его здесь высыплю. Дальше черный перец. Так, вот тут. И орегано немножечко добавлю. Чуть-чуть. На любителя, конечно. Добавляете приправы, которые вы любите. Дальше добавляем немножко оливкового масла, немножечко, вот где-то на чай, столовую ложку. Добавляем соль. На столовую ложку тоже соли. Я думаю, хватит. И чайную ложку сахара. Можно даже полторы чайной ложки сахара. Дальше все хорошо перемешиваем. Мясо будет очень вкусное, хорошо пропитается, промаринуется. Будет вкуснятина. И на гриле получается, оно очень мягкое, нежное, хрустящее немножечко. Так, хорошо, хорошо вымесили, вымесили хорошо, закрыли крышечкой сверху и в холодильник. Пускай стоит, маринуется на несколько часов, часа на 4 можно, на 5.
И вечерком будем жарить рис. Мое мясо маринуется. И к мясу обязательно что-то нужно приготовить. И я решила сварить слегка картошечку, а потом поджарить картошечку кусочками в духовке. Ну, вы сейчас все увидите. Это очень просто, ну и очень вкусно. Картошка уже сварилась, а сейчас буду резать кусочками. Такими кусочками нужно порезать картошечку. У меня получилось. Она очень еще горячая, пар идет. Сейчас буду вылаживать форму. Вот такая картошечка у меня на противне. Сейчас буду добавлять специи. И специи я добавлю только немножечко черного перца, потому что мне они очень сильно любят разные специи. Картошки особенно. Чуть-чуть вот так немножечко просыплю. Слегка, не сильно. И, конечно же, посолить. Тоже чуть-чуть подсолить. Так, слегка, чтобы не пересолить. И дальше я полью картошечку оливковым маслом. Очень это будет вкусно. У нас будет картошечка ароматная, с таким ароматным запахом и хрустящая. Так, хватит. А дальше я перемешаю вот так немножечко ложечкой. Вот это все нужно перемешать, чтобы она была хрустящая, и в масле будет она сразу же поджариваться, картошечка наша. Ну, Ульяночка моя такую картошку будет 100% кушать. Борщ не будет, а картошку будет. Вот так все тщательно, хорошо перемешать в масле, чтобы хорошо каждый кусочек был в масле картошки. И все. И я ставлю в духовку. Где-то минут на 25-30. Посмотрим. И при температуре 200 градусов я буду ее подпекать. Ставлю в духовку. Включаю. А дальше я буду заниматься мясом. Вот такая у нас гриль. Мы купили, очень удобная. Можно много мяса пожарить. Удобно и вкусно. Вылаживаем мясо. Вы слышите этот аромат? Бесподобный. Теперь закрываем. Будем переворачивать мяско. Мясо. Вот у меня ужин и готов. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
и готовьте по моему рецепту.